Всем доброго времени суток. Сегодня я хотел бы рассмотреть олимпиадную задачу для 8 класса. По уровню сложности данную задачу я бы отнес к легким. Иван во время урока математики перемножил 25 двоек, а Тимур перемножил 19 пятерок. Теперь они хотят перемножить эти два числа. Найдите сумму цифр данного произведения. Раз Иван перемножил 25 двоек, это 2 в степени 25. А Тимур перемножил 19 пятерок, это 5 в степени 19. Я поставил умножение между ними, так как они хотят перемножить эти два числа. Давайте попробуем сделать так, чтобы у нас степени двоек и пятерок были одинаковыми. 2 в степени 19 умножаем на 5 в степени 19. Но двоек же было 2 в 25 степени, значит, чтобы было 2 в 25, не хватает 2 в степени 6. Можно легко проверить, когда у нас основания одинаковые, степени складываются. 6 плюс 19 – 25. Я теперь возьму в скобки 2 в степени 19 и 5 в степени 19. Когда у нас степени одинаковые, основания перемножаются. 2 в степени 6 остается, а 2 умноженное на 5 это у нас 10, а в степени у нас 19. Но мы все знаем, что 10 в 19 степени это у нас единица и 19 нулей. А 2 в 6 это 64. Значит, 64 умножаем на 10 в 19. Или же по-другому. Единица умноженная на 64 получается 64. 64 умноженная на 10 в 19. Значит, сумма цифр данного произведения это 6 плюс 4 и плюс 19 нулей. Получается 10. 6 плюс 4 равно 10. Ответ 10. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До новых встреч.